Всем привет, сейчас я покажу, как перевести деньги с номера телефона на банковскую карту. Смотрим, для этого нам нужен Kiwi кошелек. Создаем кошелек, его очень просто создавать. Входим в него. Заполняем там данные. Там немного надо, вот на моем счету 70 рублей. Я нажимаю вывести. А на самом счету Kiwi 4 копейки. Вот я Сбербанк России. Я выбираю. Комиссия очень маленькая. Так вот, набираем номер карты. Из баланса телефона. Сейчас я введу номер карты. Так, я ввел номер карты. Теперь сумму. Так, мне надо 60 рублей. Набираю с баланса телефона и комиссия всего 5 рублей. Нажимаю оплатить. Все, теперь приходит смс-ка с каким-то кодом. Вы на него отвечаете. Вот мне пришел с кодом 6. Я отправляю смс с кодом 6. Все, платеж принят. Все. Всем пока.